Привет, меня зовут Мелания, и я влюблена во все проявления творчества. Я верю, что каждый человек в этом мире — творец, но далеко не каждый способен это осознать. Энергия творчества присутствовала в моем мире с самого раннего детства. И с тех пор я успела испробовать себя в разных областях искусства. Однако я еще продолжаю себя искать и искать свое предназначенное место в искусстве. Как большинство начинающих художников, я не имею понятия, с чего мне начать. Но, кажется, я почувствовала, кто бы мне мог в этом помочь. Здравствуйте, меня зовут Владимир Мацкевич, я художник. Профессионально занимаюсь творчеством уже более 10 лет. К искусству я пришел через архитектуру. У меня образование архитектора. В одном из объектов просто была просьба создать несколько полотен. Взялся за кисть и понял, что вот она моя жизнь и моя страсть. То есть к искусству я пришел через сердце. На данный момент я занимаюсь тремя техниками. Первая — это живопись, вторая — это ready-made, и третья — это графика, буквальные портреты. Цель у меня одна — вносить в жизнь человека как можно больше эмоций, и желательно положительных. Даже когда искусство, на первый взгляд, выглядит не очень сладкое и не очень удобное, оно несет посыл все-таки преображать и делать жизнь лучше. Все мои творческие процессы посвящены душевным, в каком-то смысле заживляющим темам. Начинающий художник должен понимать, что творчество — это часть дела. Еще есть понимание маркетинга, понимание контекста, как правильно не только выразить свою мысль в каком-то облике, но еще и как правильно ее донести до потенциального потребителя искусства. Я думаю, что, без сомнения, человек слишком часто забывает о том, что правда важно. Остановиться на миг, посмотреть на себя. Важны эти неискаженные, чистые, честные эмоции людей. Я думаю, что мне удалось частично достичь того результата, о котором я говорила, что я хотела бы передавать людям свои мысли, но не говорить их, а выражать через творчество. И как вы думаете, могла бы я вот продолжать это делать, и получилось бы мне достичь результатов? Это наглядный пример, что вы можете этим заниматься. Но также это и пример того, что эта часть дела — это первый шаг в большой путь. В большой путь, который точно сложится не за день, не за два, принесет еще немало уроков и немало поправок в каком-то уже представлении этого дела. Мир постоянно меняется, информационные технологии постоянно идут вперед. И нам под него надо подстраиваться, к сожалению, ну да, потому что поток там.